Короче, вспомните, как зовут котика. Кота твою мать в ошейнике, блядь. А львица говорит. Она приходит и говорит. Она берет меня за этот. Иди сюда, милый. Моя киска ждет тебя. Она душит меня. Ну ладно, хрен с ним, речь не об этом. Речь, как всегда, об инопланетянах, которые подогнали нам очередную дуру. Понятно? Зацените. Так, что мы имеем? А имеем мы настоящую дуру. Смотрите. Вот. Рок-звезда по имени Экс-Дура. Ну, Экс это, наверное... А может, Хэ? Тогда вообще хреновая дура. Короче, рок-звезда хреновая дура. Но... Вполне даже энергетичная. Видишь, тут написано? Ярцево Black Energy. Итак, попробуем дуру. Я взял две дуры. Слышишь ты? Да, камера здесь моно, и потому как бы... Вы не особо-то услышите разговор. Но, что самое интересное, даже дура гарантирует вам стопроцентную гарантию удовольствия. Так, ладно, короче. Ой, не знаю, надо звонить, что ли, опять. Давай, звоним, 03. Алло, здравствуйте, а врача можно? А, нету. Поздно уже? Ну ладно, тогда завтра позвоню. Я просто здесь дуру заказал. Вот. Ну, дело в том, что я заказал две дуры, а мне одной за много. Хотел второй дурой поделиться с врачом со своим. Да. А что говорить? Ему дуру так хватает, да? А, ну понятно. Куда же мне вторую дуру девать? А, самому пользоваться. Понятно. Ну ладно. Буду с двумя дурами как-нибудь попробовать. Хотя я с двумя ни разу не пробовал. Хотелось бы, но... Ладно, ну хорошо, извините, не буду вас задерживать. Ага. Так, звонил врачу, хотел ему вторую дуру подогнать. Но как-то так, блядь, что-то... Да, вот этот, кстати, инопланетянин. Ну, этот чувак, видишь, блядь. Этот типа, давай, давай, Россия, забивай косяк. Ну, зеленый такой, вообще, вообще, мой. Посмотри, натуральный, да? Даже не открытый еще, посмотри. Ну, правда, у него здесь есть дупло. Очевидно, так они размножаются. Ну, впихаешь туда, знаешь, дыры. Я же все время думал, как инопланетяне размножаются. Однако у инопланетян тоже есть киска. Хорош на меня так смотреть. Иди, отдыхай. Это твои друзья, кстати. Итак. Дегустация дуры. Кому бы позвонить? Ну, я бы позвонил, конечно, в Москву, в Кремль, Путину. Спросил бы, вам дура не нужна?
Ну, я думаю, что он не пьет таких напитков. Ах, кому же еще позвонить? Нет, нали ничего не значит. Ладно, отложим мой крутой телефон. И давайте продегустируем дуру. Ай, вид, твою мать. Не люблю вот эти вот штуки, когда туда проваливаются. Когда они проваливаются, они обязательно попадают за щеку. Хорош ржать, придурок. Не, ну правда. Иногда как скажешь, блядь, вообще как в жопу перли. Да не в жопу, в воду. Че у тебя все мысли про жопу? Вроде нормальной ориентации, блядь. Че ты говоришь вообще? Давай, дуру пробуй. Сейчас я попробую дуру. Смотри. Хрен хэ дура. То есть рок-звезда хреновая дура. Давай посмотрим, насколько она. Так, у меня тут богемское стекло. Ага. Твою ж мать, братан. Ровно такой же звук я издаю, когда ссу в банку. Да, но иногда в стакан. Я там говорил про что-то. Помнишь, я пел песню про этих позитивных ебланов, которые с нервов бьют стаканы? Так вот, однажды такой стакан уже разбили. А почему? Потому что нассал вот в стакан, выливал его с 7-го этажа, будучи уверенным в том, что я поливаю цветы соседа. У него внизу такие цветы росли красивые. Вот. И, ну, говорят, что моча – это супер удобрение. Ну ладно, сейчас речь не об этом. Речь о дуре. Дура в этот раз оказалась красная. Это не я был. Это не я. Это Вася. Еще раз говорю, хорош ржать, козел. Не, дело все в том, что, как бы это вам объяснить. В чем дело, братан? Твою мать. Лягушонок, ты откуда здесь взялся? Я просто квакнулся. Иди нахер, бля. Иди нахер, сейчас вафлю сброшу. Чего? Что это? Вафля. Ну тогда я пошел. Иди нахер. Да. Да знаю я, знаю. Это любитель вафлей. Что-то я затянул очень долго. Зрители, наверное, подумают, что я здесь действительно плюнул. Не-не-не, это все имитация. Ну не думайте, что это. Это все имитация. Это у меня просто такая, ну как сказать, игрушка-плевалка стоит. На самом деле, вы только слышали. Если я делаю, например, вот так, это же не значит, что я пихаю в дырку. Фу. Только придурок может палец в рот совать. Короче, давайте попробуем дуру. Ага. Она красная, да? Как флаг КПСС. Давай. Как французское вино. Твою мать, а. Вот ты теперь представь. Французский стиль.
Красное вино, Париж, Эйфелевая башня, француженка. Ну, дура, да? Хотя француженку дуру встретить это крайне, крайне сложно, да. Но бывают и дуры. И вот представь, я встретил дуру-француженку. И мы с ней под Эйфелевой башней распиваем красное венцо. Дура признается мне в любви. Потом я узнаю, что она рок-звезда. Я говорю, ни хрена себе ты, хорошая дура. И тут я узнаю, что эта буква значит не хреновая, а хорошая дура. В натуре хорошая дура, ёпт. Так что у меня еще одна есть, если не верите, его закрытая. Так что хрен с ними, с этими врачами. Никому я не буду дарить ничего. Я сам опрокину стопарик. Кстати, да, с двумя дурами я хотел бы попробовать. Это классно. Ну, нифига себе, вот это дуры. Так что покупайте сразу двух дур. А лучше заказывайте дур по телефону. И до встречи. С вами был DJ Code. Фак.